Нет, сама. Дай сюда, говорю, сама не спорь с мужчинами. Леха настоящий мужчина. Мы сейчас едем в таком крутом поезде, два этажа. Мы в тот раз в Вологду, когда на поезде ехали, чтобы вы понимали, коридор был вот такой. Вот так я ходил, вот так по коридору я ходил. Здесь нормально, здесь ты прям вот уверенно так. Есть кулеры с водой, там зарядки, я не знаю, электрические уже двери, нет вот этого, когда ты вот этот крючок дергаешь, потом дверь вот тут раз, здесь все нажал, прям раз отъехало. Круто ездить на таких поездах. Я прохожу сейчас и спрашиваю, а где здесь вагон-ресторан? Мне говорят, вот. Идем, покажу большой вагон-ресторан. Мы пришли в вагон-ресторан! Ио! Следующий, наверное. А теперь точно вагон-ресторан, 100%. Нет. Встречайте, самый лучший вагон-ресторан в этом поезде. На первом этаже был бар, там делается заказ, потом люди поднимаются на второй этаж в поезде и сидят, кушают. Вот так это все выглядит. Ребят, что я хочу сказать. В поездах происходит вся настоящая романтика. Потому что самолеты – это не что. В такой атмосфере всегда мы объединяемся, находим что-то общее. Очень много различных историй от Лёши Савко. Это всегда очень круто и интересно. Согласны ли вы еще раз подумать, прежде чем ответить? Правую руку, правую. Ты что, ты замуж выходишь? С ума сошла? На безымянный палец. Да я знаю, что... Я знаю, я женат. Горько, горько, горько. 3, 4, 5. Нет. Вот эту поездку. Короче, ребята уже готовятся ко сну, а мы с Дашкой вообще не хотим спать. И Леха не может даже постель свою найти. Мы должны быть убеждены, что ты нашел человека, который в хозяйстве очень хозяйственный. Брат, у нее двое детей, она в хозяйстве золото. Ты третий ребенок, просто гибридный какой-то. Мы уже подъезжаем, ребята, к Петрозаводску. Остались какие-то считанные минуты до нашего приезда. Мы приехали. Сейчас на нашей сцене проводится небольшой концерт. Кстати, разогревает публику перед нашими. Мы сейчас подписываем договорчик с торговым центром и готовимся. Почему мы в зоопарке? А кто ты? Я артист. Так мы и живем, собственно. Лев Чуриков, бананы, пожалуйста. Что вам еще принести? Я уже не хочу бананы, я хочу пепси. Мой сэр, пепси нет, есть только кола. Вы уволены, вы не принесли мне пепси. Не увольняйте меня, сэр. Хорошо, я приму ваш жест доброй воли. Но спасибо. Тогда мне нужна петрозавчанка какая-нибудь красивая. Я предоставлю такую возможность, а теперь разрешите удалиться и выполнить ваше поручение, мой господин. Спасибо. Спасибо, я удаляюсь. Итак, дорогие друзья, если вы попали к нам в команду, значит, вы на пути к успеху. Потому что успех приходит только, когда у вас очень сильная, мощная команда. Теперь у вас эта команда есть. От вас требуется только усердие, целеустремленность, работать над собой, и тогда у вас все 100% получится. Inside People, друзья, мы семья, и мы друг за другом. Как стать крутыми рэперами? Да откуда я знаю? Хорошо. Верьте в то, что вы встретите своего человека, и вас будут искренне любить, и вы будете искренне любить. Все. Люди, которые готовы выйти за рамки. За рамки, которые каждому из нас кто-то рисует в голове. Если у вас есть мечта, вы уже нам нравитесь. Стоп! Молния! Нижнее подчеркивание депо.
Петрозаводск, прикольно, то лицо, выступил невероятно клево. Я новый Тёма М-Бен, это так. Новый Егор Крид и новый Анатолий Цой. А еще у нас на концерте была Полина, которая расплакалась. Я разбережилась, мне пришлось ее обнимать и целовать. Петрозаводск, поддержите Полину! Ребят, короче, мы сейчас выступили, и я увидел из окна, что кто-то сделал вот такую машину. Inside People, YouTube, Instagram, Аркадий Меклер. Ребят, просто от души. Это очень круто. Ну что, ребят, еще раз всем привет. Мы отлично выступили. У вас по-прежнему есть возможность подать заявку и стать одним из резидентов нашего проекта Inside People. Мы сегодня выступили. Приехали, поели, сейчас приехали поиграть в приставку, немного отдохнуть, обсудить планы, может быть, какой-то сценарий сейчас в голову нам придет. Так постоянно бывает. Вот Илюха уже играет с Лехой Совко в FIFA. Лех, что там по счету? 2-2 счет, кстати, Барселона и Ювентус. У нас все в команде всегда поровну. Вот и у них 2-2. Кушай двумя палочками. Это же роллы, две палочки. Вообще бомба. Попробуй вот этот. С угрём. Это Савко, да, ей дарил? Савко подарил подарок. Нравится вам? Он, в принципе, на да, бомба. Вообще звук, огонь. Хороший звук был. Хороший был. Всем доброе утро. Мы проснулись, собрались, собрали свои вещи. Сейчас мы выезжаем из отеля и едем гулять по городу, смотреть набережную. Набережная, говорят, здесь вообще огонь. Всех целую, всех обнимаю, мы выезжаем. Немножечко пожили в отеле, сейчас поедем посмотрим город. Мы на Онежской набережной, это Онежское озеро, и мы сняли здесь офигенный новый сниппет для нового трека, который еще никто не слышал, но скоро все услышите. Его можно будет послушать совсем скоро в Инстаграме и ВКонтакте. Позволите ли вы мне пригласить вашу даму для прогулки по ней? Конечно, спасибо, конечно. Спасибо большое, Дарья. Главное, на скалы не упади, пожалуйста. Валентина меня спрашивает. Алексей, готовы ли вы принять Дарью в жены? Алексей задумался, вспомнил о своем друге Аркадии и понял, что с друзьями так не поступают. Друзей не предают, даже если эти друзья Аркаша. Что, получилось? Да, брат, да. Хотим увидеть в нашей команде людей, которые хотят изменить свою жизнь, которые хотят выйти из зоны комфорта, которые устали просыпаться и жить в одних и тех же условиях. Я не знаю ни одного человека, ни одного блогера, за которого кто-то что-то сделал. Можно помочь, но не быть няней. Вот это очень важные вещи. Мы не про то, чтобы кого-то что-то заставить делать. Мы про то, чтобы сделать условия сотрудничества такими, чтобы каждый из вас хотел, горел, развивался, рос. Командная работа, чтобы две стороны работали, работали мощно и отдавали своему делу. Ребята, в Петрозаводске сейчас прям проходит чемпионат по брейк-дансу. Представляете? Сейчас я там брейк-данс покажу. Ну или попробую, может, меня научат брейк-данс танцевать. Поехали, быстрее, мы опаздываем. Немного мы увидели брейк-данс, но было круто даже эти 2 минуты. Я зашел, а там человек на голове крутится. Мы вышли на улицу, потому что там внутри было очень шумно, очень крутое мероприятие по брейку в республике.
Вот, и прикольно, мы посмотрели, порадовались, со всеми пофоткались. Теперь мы ждем участников этого мероприятия в нашем проекте. Если вы это смотрите сейчас, я вам всем говорю, кто там сейчас танцевал и раскачивал эту толпу, все подробности по ссылочке в описании. Залетай, регистрируйся, мы тебя ждем в нашей команде. Ну что, мы приехали за победами и уезжаем с победы. Первый контракт и первый резидент Петрозаводск уже с нами. Именно так оно и есть. Я убежден в том, что чем меньше город, тем больше мощных ребят, которые хотят выйти из зоны комфорта и изменить свою жизнь. В Петрозаводске именно эти люди и наблюдались на нашей встрече с нашими блогерами. Да, на самом деле очень классный, очень талантливый и очень креативный. Петрозавод, я знаю, что у вас остались еще талантливые люди, у вас их очень много, поэтому мы ждем вас в нашей команде. Заполняйте заявки. Это Inside People. Это Inside People, детка. Мы летим по всей России. Вам.